То есть, как правило, когда игрок ошибается, он же знает, что он ошибся. Ну да. Он приходит на скамейку, он знает, что он ошибся. Да. И прийти и накричать, дать кнута, не делай так больше, зажимает, начинает его в какие-то рамки. Ага. У нас происходит такой процесс. Он зашел, он знает, что ошибся. Игорь Николаевич спокойно наклоняется и говорит: в этом моменте можно было сыграть вот так, можно было сделать вот так. И в конце похлопал по плечу, и игрок сидит, он окрыленный, он, у него теперь есть в голове варианты, как можно сделать в следующий раз. И он сидит счастливый, он горит, он хочет в следующую смену выйти и показать что-то.